Привет, друзья! Мы с Лосиком снова в Роблоксе. Сегодня мы птички. Что это такое? Гнездо. Это гнездо? Угу. Птичка Вовчика сделала гнездышко себе. Так, что ты еще хочешь сделать? Ух ты! Сколько птиц красивых! Ты посмотри! Ребят, вообще игра очень красочная, конечно. Вовчик в нее играет очень часто, прям здорово. Это яркое такое, все невероятное. Птицы сказочные просто. Так, ну, он здесь себе гнездышки делает, летает. Смотрите-ка. А ну, в принципе, ты здесь все можешь делать, да, что птички делают? Кушать. Вау. Так. Не плачь, я сейчас вернусь. Кто там плакал? Кто там плакал? Птенчик. Смотрите, мы можем... Там птенчик маленький? Мы можем взять это. Ну, возьми. Ну как, вот так вот? А, это я не знаю, это ты играешь в эту игру. Давай, пойдем куда-нибудь уже. Я делаю внизу. Давай, сделаем. Завершить свой дом. Так, строим гнездышко себе. А там что написано вот здесь? Завершить свой дом? Построить вот. Гнездо, так и написано. Вы хотите построить новое гнездо? Или в новом месте, или здесь? Вот. Ты что-то столько гнезд уже понастроил? Ну, там уже нету. Смотри, какая светящаяся. Вообще классно. Это не... Те не только такие есть. Все, конечно, очень красиво. Вы знаете, какая здесь еще есть? Огломенная, а еще она может залить огнем. Да? За птица? Да. Это большая только. Она больше еще, даже этой больше. Ну, здорово. И у нее большое гнездо синее. Листочки такие красивые. Тоже светящиеся. Ой! Это что было? Я не знаю. Кстати, здесь... Смотрите, мы на эту кнопку зажать, вот эту, еще, и мы налететь. Какую кнопку ты зажал? Вот эту еще, я ржать, и мы летим. Ну, летает, тоже так она интересна, да? Смотрите, мы надеюсь рыбачить. Твоя птичка разве ест рыбу? А, ребят, по-моему, птицы все рыбы едят, да? Если я не ошибаюсь, напишите в комментариях. Ну, воробушка, конечно, с голубями точно рыб не едят. Эй, она, наверное, утонула у тебя. Нет, не утонула. Она просто так. А еще мне где неудобно что-то брать. Ты знаешь, мне кажется, когда этот птенчик с червячком появляется, это означает, что она хочет... Что-то мне так кажется. Может быть, я, конечно, не права. А где она у тебя кушает? Да я не могу взять рыбу. Да не бери рыбу, выходи отсюда. Полетели. Нет, надо лететь. Почему? Не знаю, как. А чипсы любят у червячков? Да, вот червячков птички точно любят. Червячков, насекомых всяких. Жучков там. Вот, смотри, червячок был. Вот он. Ага. Вот, смотрите. Вот. Мы его можем бросить. Нет, зачем бросать-то, она же голодная? Пусть покушает. Ну, специально бросать. Ну, понятно, что специально можно бросать, но на данный момент нужно ее покормить. Сейчас. Вот это, ага, кушать. Вот. Эй, она не видит, где червяк. Ты чего? Да вижу. Он прям перед тобой. Что с ней? Лили, давай червяка. Вот он, правее, левее. Еще здесь. Мы кусаем. Мы кусаем. Мы тоже, ребят, мы посетили необыкновенный сад семейства пернатых. Еще обязательно сюда вернемся. Нам здесь очень нравится. Свили гнездышко даже не одно, да? Полетали, покушали, искупались в озере, поймали червячка. На самом деле здесь вон сколько много разных мест, куда можно телепортироваться, Вовчик нам показывает. Мы еще немножко с тобой поиграем, да? А давай ребятам скажем спасибо всем, кто нас смотрел. Если вам понравилось наше красивое видео, ставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!